МИД Франции требует от посла США объяснений по факту вскрывшейся слежки американских спецслужб за французами. О том, что агентство нацбезопасности США прослушивает граждан Франции, стало известно из материалов бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена. Только за прошлый год были перехвачены более 70 миллионов телефонных разговоров французов. Сегодня же подтвердились факты прослушки президента Мексики Пеньо Нето и его предшественника Фелипе Кальдерона.